Капитальный ремонт виадука на улице Кузбасской и Московском шоссе вышел на финишную прямую. Виадук был построен еще 60 лет назад, нагрузка с каждым годом увеличилась, а капитального ремонта виадук никогда не видел. В этом году капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будет завершен. Подрядная организация опустила на новые опорные части 5 пролетных строений данного завершающего этапа. После этого смонтировали 2 деформационных шва. И буквально полторы недели назад забетонировали, как вы видите, плиту проезжей части. Далее будут выполнены такие работы, как устройство, уже частично выполнены лестничные сходы, завершающий этап, и устройство барьерного перильного ограждения. Также вынос контактной сети, но он уже, можно сказать, выполнен на 90%. На сегодняшний день строительная готовность составляет 75% данного путепровода. Сейчас вот новые материалы применяются. Здесь вот применены для ремонта балок пролетных строений углетканы и холсты. На эпоксидную смолу клеится для того, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение балок. По графику производства работ подрядная организация должна закончить работы в октябре месяце и в начале октября пустить движение. Но подрядчик идет с опережением графика на 3 месяца, и асфальтобетонное покрытие мы должны уложить в середине лета.